Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Хочу вам показать, в каком районе мы с вами находимся. Если вы не хотите жить в многоэтажках, в густо заселенных домах, где много парадных, много квартир на этаже, вы можете выбрать район малоэтажный в самом Петербурге. Пожалуйста, есть двух-, трех-, четырехэтажные дома. Сейчас вам скажу адрес. Это район называется Коломяги. Смотрите, закрытая территория. Квартиры. Я думаю, что здесь, наверное, многоуровневые квартиры. И мы с вами видим адрес. Пожалуйста, выбирайте. Улица Новосельковская, 23. Рядом 21. И вот двор. И там дальше дома тоже с территорией закрытой. И вот стоят квартирные дома. На первом этаже гаражи. И дальше квартира. Сейчас выйду, территория закрыта. Сейчас просто машина заезжала. Нам открыт вход. Хотя, может быть, тут и не везде закрыты. Там дальше, вот, совсем рядом. Смотрю, здесь автобусный парк. И вот там дальше уже видны многоэтажки. Рядом тут многоэтажки. Ой, у нас сегодня наконец-то опять тепло. Вот смотрите. Рябиновая, 16. Такой же дом. Тут двор открыт. Я смотрю, да. И тут весь район такой. Аккуратненько, чистенько. Все под охраной, территория закрыта. Вот этот дом со стороны, где мы гуляли с вами. Пожалуйста, те, кто критикуют районы, где высотки. Пожалуйста, выбирайте такой район. Никто же не против. Посмотрим, сколько здесь стоит недвижимость. Это недалеко от метро Пионерская. Даже не окраина, даже не за городом. В городе. В Петербурге. Метро Пионерская. Посмотрите, где. Это какая станция метро? Получается, Пионерская. Дальше идет... Что у нас? Черная речка, потом Петроградская, Горьковская и Невский. Пожалуйста, это даже не окраина. И вот дворы, дома. Детская площадка тоже здесь есть, как интересно. Здорово. Тихий двор. Раз, два, три, четыре, пять этажей здесь. Детки гуляют. Машины можно во дворе поставить. Тут как-то двор из одного двора в другой двор. Там дальше опять. Раз, два, три этажа. И то на первом этаже гаражи. Тихий район вдали от суеты. И в то же время все рядом. И торговые центры, и школы, и поликлиники, и метро. Ухоженные клумбочки. Цветочки, кустики. Ой, нарциссы какие красивые. Там дальше.
Слышите, как птички поют у нас? Птички, птички. Хорошо, гулять уже хорошо. Середина мая. Ой, какие тюльпаны там красивые. Дождей нет. Сегодня полдня солнышко, полдня тучки набежали. Ветра нет. Хорошо. Такие тюльпики. Решила показать вам этот район. Мы уже как-то гуляли в районе Коломяги. Здесь, конечно, квартиры подороже. Скорее всего, квадратура тут большая будет. Надо посмотреть. Значит, два адреса мы уже увидели. Вот и посмотрим, сколько здесь стоит недвижимость. Здесь двор закрыли. Вот мы там гуляли. Есть блокнотки. Просто хочу дальше пройти, показать вам район вокруг. Этот район сам по себе тоже такой не маленький. Хочу с дороги сойти. Посмотрите, Лахта-центр. Мы сейчас гуляем с вами в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ой, тут магазинчик есть. В магазине требуется кассир. Да, нам магазинчик рядышком тут удобно. Хочу показать вам, где же город остальной. Это мы как-то с краешку этого района. Да, тут в основном продолжаются эти же дома. Видите, здесь фасады уже другие. По этой улице мы ехали. И вот там улица заканчивается. Дальше. И стоят высотки. Квартирные дома. Ой, у нас уже такая прекрасная весна. Все распустилось быстренько. Красота. Девушка выходит по кнопочке. Мы идем с вами дальше по дороге. Дворы. Тихие, никого нет. Новосельковская, 21. А напротив 28 дом. Здесь у каждого вход отдельно. С другой стороны гаражи. Идем по тротуарчику. Под охраной все. Хороших дней, друзья. Хорошего настроения. Даже почта. Видите, на ящике, на воротах снаружи. Въезд не занимать. Ящики. Почтовые. У нас у знакомого такая квартира была двухуровневая здесь, в Петербурге. И он ее, уже как-то вам говорила, хотел продать. Ой, посмотрите, кто там сидит. Курочки на заборе. Смех. Красотень. Так, они. Решили обыграть свои ворота. Фасады. Показываю вам. И вот улочка пошла. Тоже закрытая территория. Новосельковская, улица 15. И все. И так идем. Идем, и там вот уже квартирные дома. Ящик.
балкончиками. Какие деревья красивые. И это весь район в таких квартирах. Идешь в тишине. Даже вот я смотрю, еще какая-то... А, Рябиновая улица мы проходили, да. Везде вижу охрану. Домик охранника виден. Ага, вот. Вот улицы. И так мы выходим к квартирным домам. Там дальше квартирные дома. Здесь еще дворы. Фасад другой дома. Эстонская улица, 100 метров. Улица Щербакова, 200 метров. Это все прямо. И Рябиновая улица налево. Все, ребят, пойдем посмотрим, сколько здесь стоит квартира. Пишите, как вам понравился райончик. Что вам тут понравилось, что не понравилось. Кому-то такие районы не нравятся, а кому-то нравятся. Поэтому выбираем то, что подходит каждому. Что подходит вам, то вы в Петербурге и найдете. Все, друзья мои, хорошего дня, хорошего настроения. И встретимся в следующем видео.